В северной столице вновь активизировались мошенники. На смену липовым представителям водоканала теперь в дома петербуржцев пытаются попасть нелегальные представители Петроэлектросбыта. В квартиры горожан злоумышленники проникают под предлогом проверки счетчиков. Прибор объявляют неисправным и предлагают заменить за 2500 рублей. На данный момент в компанию с жалобами на таких лжесотрудников обратились уже 70 человек. В пресс-службе компании сообщают, чтобы не стать жертвой аферистов, достаточно проверить документы электриков. Главное, чтобы в удостоверении была печать Петроэлектросбыта или Петербургской сбытовой компании. И там всегда есть фамилия, имя, отчество, должность, номер удостоверения. По этим данным можно позвонить в наш контактный центр и спросить у диспетчера, действительно ли там электромонтер Иванов Иван Иванович направлялся ко мне для осмотра прибора учета. В Петроэлектросбыте подчеркивают, специалисты не имеют права получать от клиентов деньги. Для официальной замены счетчика необходимо оставить заявку в офисе и там же заранее оплатить установку приборов учета.